В эти дни в Таразе активно ловят должников. В областном центре проходят рейдовые мероприятия. Сотрудники департамента госдоходов, частные судебные исполнители и полицейские выявляют тех, кто имеет задолженности по налогу на транспортные средства. В соответствии с пунктом 3 статьи 494 Налогового кодекса Республики Казахстан вступил в силу закон, который налагает штрафы на граждан, не уплачивающих транспортные налоги. На сегодня общая налоговая задолженность автолюбителей Тараза составляет около 300 миллионов тенге. Отныне те, кто не платит налоги государству, будут платить их с процентами. Проводятся совместные рейдовые мероприятия с администрацией полиции, батальоном города Тараз и управлением государственных доходов по городу Тараз. И также частными судебными исполнителями по взысканию задолженности транспортного средства. По городу Тараз задолженность по транспортному средству составляет 300 миллионов тенге. В случае неисполнения налогоплательщиком налогового поручения в установленный срок оно будет автоматически направлено в областную палату частных судебных исполнителей Жамбылской области для исполнения. Стоит отметить, что выявляют должников по налогам с помощью вот таких вот систем «Автоураган». В случае выявления машину должника отправляют на штрафную стоянку до того момента, пока не будет погашен весь долг по налогам. А сегодняшний день по отчету 9 месяцев общий поступило материалов 31 503 штука. А из них исполнено 21 153. А остаток составляет 10 350. Это по налогам? Да, это по налогам. Общий там на транспорт, земельный налог, на имущество. У физических лиц есть возможность платить налоги в отделениях банков второго уровня или через банкоматы и мобильные приложения. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Ильдар Гизатуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.